Улетели. Таня, встань, мокро. Вставай, вставай, вставай. Вставай, 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 вставай. Оп. Набери листик. Ой, молодец. Ты букетик собираешь. Ты ж моя хорошая. Какой красивый букетик у Танюши получается. Мокрый листик, мокрый. Тань, маши ручкой привет. Таня, маши привет. Ты грязный каканый листик. Это машина, Кусь. Нельзя, нельзя трогать. Нельзя машину трогать. А где наша коляска, Тань? Пошли к коляске. Где коляска, Танюша? Пошли, где коляска? Таня, вон там коляска. Тебе листики нужны. Ты ж моя хорошая. Вот так, ну что, девчонки, время почти ночь, если быть точнее, уже ночь, и пришло время смыть косметику. Начинаю я с мицеллярочки, у меня вот остался тут чуть-чуть, я уже купила вторую себе такую же. Вот, я беру сразу два ватных диска, это только на лицо, дальше будут глаза, глаза я смываю после того, как смою основную маску с лица. Вот такие вот грязные ватные диски у нас получились. Беру еще два ватных диска. И уже смываю глазки. Кстати, макияж мне очень нравится сегодня. Здесь использовались глиттеры из... Ой, глиттеры, господи, пигменты Лавали. Вот один из них такой розовый-розовый. Вот он держался вот он стойко весь день. И прям очень круто. То есть... Кстати, мицеллярка очень крутая, это лореалевская мицелляречка для сухой чувствительной кожи. Мне нравится, что она вот максимально очищает кожу, снимает весь макияж, и от нее нет ощущения какой-то сухости или липкости на лице. Я обычно всегда пользовалась нивеевской мицелляркой, вот, но тут ее в продаже не оказалось, я попробовала лореалевскую, и я в нее реально просто влюбилась, она очень крутая, мне понравилась, подошла. И вот теперь я пользуюсь только ей. Так, дальше и у меня идет умывание. Я умываюсь двумя средствами. Вначале использую вот такую вот эмульсию от Icon Skin, а дальше умываюсь вот такой вот алоэ от Vitex. Вот. Ну, я пока нажму на паузу, я умою, чтобы этот процесс не занимать, и уже потом вернусь. Так, ну что, я умылась. Вот. Я всегда смываю мицеллярку. Потому что, кто бы что ни говорил, какая бы мицеллярка ни была, это все равно слабый раствор мыла. Только разный везде и всюду. Так дальше, после того, как я нанесла мицеллярочку, я протираю лицо хлоргексидином, так сказать, водным раствором, не спиртовым, а водным раствором, чтобы убрать какие-то высыпания, как антисептик его тоже использую для кожи.
Вот, потому что он и раздражение снимает, и очищает кожу, и обеззараживает кожу. Поэтому вот у меня вот тут еще остались воспаления на лбу частично. И до сих пор никак я не могу разобраться, что это такое. Единственное, что сейчас я забросила антигистамины. Возможно, надо попробовать их пропить еще. Это все-таки какая-то аллергическая реакция. Вот, на что-то, не знаю. Вот. Даже не, можно не бояться по подвижному веку хлоргексидином пройти, потому что водный раствор, он не щипит никаким образом ничего. Вот. Дальше, после хлоргексидина, когда мы насытили кожу, я протираю гель-тоником, что-то свет как-то падает. У меня вот такой вот секрет сияния, тоник для макияжа для лица, эффект сияющей кожи, тоже от белорусских, от Белит. Первое время, когда я пользовалась этим тоником, он мне казался каким-то странным. Не было, не видела какого-то эффекта от него, вот, ну, просто такое что-то как водичка и все. А попользовавшись им как минимум недельку, заметно он стал, кожа стала такая более насыщенная, что ли, вот он слегка так вот его подготавливает и выравнивает кожу, именно вот тон кожи, поэтому как бы вот он мне зашел, и я им сейчас пользуюсь. Хотя поначалу, когда я пользуюсь, думала, блин, такая ерунда, надо выкинуть. Ну вот, еще он тут сколько снял, хоть он по себе еще такой оранжевенький, но он еще очень-очень много грязи снял. Вот, поэтому как бы крутая вещь. Дальше уход. Уход у меня тройной. Сыворотку в последнее время использую утром, то редко. Вот, у меня вот такой вот дневной, ночной и вокруг глаз. Я просто показала дневной, сейчас буду использовать ночной крем. Я беру по капелечке, либо я пальчиком тихонечко так вот распределяю. А часто обычно я делаю просто вот так, но не так сильно. Вот, по чуть-чуть так вот ставлю, совсем немножко. Вот, может, только я, наверное, так крем наношу по чуть-чуть, потому что у меня уже он давно, и вот тут еще вот сколько. Еще вот сколько осталось, я не знаю, наверное, на месяц точно хватит. Так, сейчас я уберу. А, вот. Вокруг глаз оставлю. А еще потом одну вещь покажу интересную. И еще у меня есть одна фигня. Не знаю, как она прикольная, не прикольная. Это вот такая вот масочка, ночная масочка от 7 Days. Вилентовская. Так, с маслом с молочком ослика. Вначале я не придала этому значения до тех пор, пока у меня дочка не сказала о том, что «Мам, ослики не дают молочка, молочку дают коровки». Меня как прошибло. А ведь действительно, у осликов же нету молочка. Вот, ну и как бы мысли всякие разные пошли, ну вот и так вот к размышлению, что же такое молочко ослика, я его смешиваю с уходом, почему, потому что как самостоятельный продукт он достаточно такой вот на лице ощущается как плотный, именно вот как маска такая вот ты наносишь, и он достаточно быстро впитывается, но при этом на утро действительно кожа отдохнувшая, вот, особенно когда ты используешь с питательным кремом ее в смеси. Вот это очень круто. Вот. Ну, вот это я для себя так открыла. Хотя я и пользовалась этой масочкой один, то есть, ну, без ухода, без крема ночного. И как бы, ну, эффект тоже был, но как бы чувствовалось больше такое ощущение маски. Ну, как бы она позиционируется, вот это средство, точнее, позиционируется как маска ночная. Поэтому такое ощущение, но в целом она прикольная. Хотя я ее одно время забросила и не пользовалась. Теперь покажу свой лайфхак для глазок. Я беру гель из той же серии «Секрет сияния». Так, пальчиком наношу на нижнее веко. Чуть ниже даже, на область. Вокруг глазок, на верхнее, чуть-чуть поприхлопала. И дальше.
штука. Крутая штука. Вот такая вот, я не знаю, как это, магнитная фигня из FitPrice. И ей уже дальше втираю вот такими круговыми движениями от внутреннего к внешнему, чтобы не растягивать кожу. Втираю наш вот этот гель. Это, кстати, такой ролик массажера. Его можно использовать не только на глаза, но мне нравится использовать именно на глаза. Потому что этот магнит, он всегда такой прохладный. И в коллаборации с вот этим вот гелем очень круто снимает припухлости. Ну, высыпание и темные круги он немножко осветляет. Но это, наверное, смысл того, что у меня уже, наверное, такие закоренелые синяки. Вот, поэтому он как бы особо их не берет, потому что я не высыпаюсь на протяжении очень долгого времени. Вот, но при этом он как бы припухлость, вот эту вот отечность, он круто снимает. Особенно с вот этой вот штукой, именно за счет того, что она такая прохладненькая, холодится. И не надо, опять же, лишний раз пальцами жирными после любого крема лазить в зону глаз. Вот, в принципе, и все. Весь мой уход. С утра практически то же самое, только за одним исключением я эмульсию не использую утром, использую только одну пенку. Так, ну и также за место ночного дневной крем. Сейчас жду, пока это все впитается. Вот, и буду ложиться уже в баюшки. Вот, в принципе, вот так. Ну что, друзья, иду за Анечкой в садик. Сегодня я ее забираю, обычно у нас делает это папа. Вот, потому что папа наш не может. Что хочу сказать по поводу домика. Это пока вот 3 месяца, вспомнила. Домик уже готов почти. Остались последние штрихи. Осталось его украсить, привести в божеский вид. Вот. И он реально получился клёвый. Я когда он просто у родителей стоит дома, вот я, мы когда к ним поедем, я его обязательно покажу, сниму. Я хотела снять процесс, но так как муж делал его в гараже и без нас, поэтому не получилось. Вот. Очень крутой домик. Вот. Сделала макияж пигментами Ламаль. Вот. Вообще крутой. Поэтому вот. Анька в садик ходит. Она переболела у нас недавно. Переболела, причем серьезно. Вот. Ну, уходим в сад, ну, не знаю. Или еще остаточное просто, что мы иногда почихиваем, подсопливливаем. Либо это уже новая болезнь начинается, не знаю, в садик, в масках, в бахилах. Но это утром, а вечером забираем обычно без бахил. Вот. Ну, в общем, вот такие у нас дела. Сейчас эта вот история с пандемией опять набирает обороты. Непонятно, что будет дальше. Чуть-чуть пока садики не закрывают. Погода на улице мерзопакостная, потому что сырость, мокро, вот дождь, не дождь, морось, не морось. Вот, шапку отрыла свою старую. Раньше казалось, она мне таким как гондончиком. Сейчас пальтишком одела, вроде ничего смотрится. Вот, ну, в общем, все, дошла я до садика. Практически уже дорогу перехожу. Вот, заберу свою малышку. Ну что, забрала я Аню. Ань, поздоровайся. Ну, что надо сказать? Здравствуйте! Умница. Вот мы сейчас с ней пойдем в магазин за вкусненьким. И зачем еще пойдем? Что мы будем покупать еще? Динозаврик! Да, мы еще будем покупать динозаврика. Она увидела сейчас у мальчика в группе игрушку динозаврика. Ей захотелось. Вот поэтому сейчас пойдем мы за динозавриком. Правда, Ань? Да. Тебе понравилось в садике? Да. Ну вот, самое главное, что все детям нравится. Ну как ты клеишь, Анечка? Ты же неправильно приклеила, дочь. Ну я поняла. Надо же вот так. И ты не намазала хорошо, Маш. Оно сухое. Маш, хорошо. Молодец, теперь бери палочку. Ну я... Ну она липкая. Да. И вот сюда клей. Ну вот, вот так, Ань. Пусти. Я паяна. Вот, теперь прижимай. А теперь?
она мне потепилась. Потому что приклеилась к тебе. А это сюда. Вот сюда, давай. Мам, теперь... Теперь листики. Теперь это его очередь. А давай цветочки ты приклеишь, два цветочка, и потом будет моя очередь. Здорово. Привет. Что это ты сделала, Ань? Я? Ну? Дерево, цветочки и птички. Формка и тучи. А вот это что такое? Следы. Это не следы, и что это такое? Ну, что это такое? Это цветочки. Правильно. А почему они цветные, знаешь? Кафе, желтый, зеленый. Правильно. А почему они такого цвета? Что у нас за погода? Погода – это осень. Не погода, время года какое. О! Осень. Правильно. А ты знаешь стишок про осень? Расскажи. Осень, осень, липы, и дождями подожди, дай еще, а это фонарика и света. Умница, молодец моя. Давай мы сейчас краски уберем, что мы дальше будем делать? Лепить и катать. Лепить из чего? Лепить из чего, покажи. Покажи, из чего будем лепить. Пластилина. Из пластилина, молодец. Да, покажи, что мы с тобой слепили из пластилина. Ну, покажи животных, которых мы слепили, Ань. Смотрите. Покажи ближе. Что это такое? Это... Ну, покажи, ну, покажи боком, то их не видно. Ань, ручкой закрыла. На ручку поставь себе, покажи. На ручку вот так, на ладошку. Вот. Это кто? Это улитка. Правильно. А второго звереныша? А это тигр. Ну-ка, покрути его. Ну не так, Аня. Ты же его показывай, а не мне. Давай вот так вот. Ой, какой красивый тигр. Тебе понравилось лепить? Будем... Всем пока! Мама! Проголосовать за меня, потому что вы две замечательные бабульки. Поменьше, Ань, поменьше. Вообще-то вот. Я мужик! Мужики, простите, пожалуйста. Нет, я как раз таки бабулька, да. А вот он. Кто бы вы ни были, простите, пожалуйста. Все, Анечка, закручивай, закрывай крышечкой. Все, все, закрутила. Ань, все, закрутила, надевай крышечку. Встаньте, пожалуйста. Оксана Бекнусарович, успокойтесь. Вы до чего довели человека? Он без пяти минут четвертый раз мэр нашего города. Вы что делаете? Значит так, Ренат Кайратович, что это такое? Поставь я потом. Улица мороз, а вы тут ничего не предпринимаете. Люди мерзнут, а если они будут мерзнуть, они будут недовольны. Положи, положи, я потом уберу. Красавица, бабушке пойдешь показываться? Ну что, друзья, был у меня налет на фикс, точнее, как налет вечером. Выходила в магазин и забежала в него. Взяла вот такую крутую игру, настольная игра «Жучки». 200 рублей на двух игроков. Что-то написано, развивает ловкость и координацию. Сказать, что моим девчулям понравилось, это ничего не сказать. Вот эта вот сама круглая штука вибрирует. 6 жучков, вот 3 зеленых, 3 фиолетовых, 1 красный. Крутая игра для двоих деток, это вообще круто, и принцип они поняли сразу, что какого цвета у тебя удочка, такого ты и ловишь, что Танюша в чуть больше года, что Анька в свои почти 3, вот прям так завороженно играют, она просто сейчас убрана в другой комнате, там где они спят, я потом как-нибудь покажу, как они играют, но это реально очень прикольная игра, 200 рублей, качество вообще четко, за одним исключением вот тут завязочки, которые где... держатся сами вот паучки вот эти вот, их надо будет чуть поплотнее завязать. А так претензий нету, магнит суперский, очень клёво
ловит, держит вообще. Вот эта штука очень сильно вибрирует на ровной поверхности. Они прям вообще, эти жучки, прыгают так. Крутая игрушка, я не пожалела, что взяла. Говорю, вот, ну, долго сомневалась, брать или не брать. Взяла вот такие две зубные щетки, малыши уже, естественно, их вскрыли. Написано 3+. Я попробовала щетину, когда вскрыла их. Она достаточно мягкая, она практически ничем не отличается от той щетины 1+, либо 2+. За одним исключением, что она по размеру чуть больше, чем единичка или двоечка. Здесь была стирашка в комплекте, тоже, наверное, куда-то Анька кинула. Вот эту вот розовую Китти взяла и панду зелененькую. Стоили они по 55 рублей, по-моему. Либо 50, либо 55 рублей. Здесь написано «супер мягкая щетинка». Она действительно очень мягкая. И у нас была зубная щетка, которую мы покупали в наборе с пастой вместе. Там был 1+. И вот по мягкости она, естественно, чуть-чуть жестче, но, наверное, потому что она еще не чищенная ни разу, а то и уже почти 3 месяца было зубной щетки. Вот. Поэтому как бы взяла, Анька себе взяла розовую, Танюша отдала зеленую с пандой. Вот. Старшая сестра распределила. Моя любимая вещь, которая отстирывает абсолютно все, это персоль для детских, для взрослых, для цветных, для белых, для всего она подходит. Единственный лайфхак с ней, я поняла, который вот если вы хотите вывести самые-самые въевшиеся старые пятна, которые вот у вас там чуть ли не по месяцу сидят, которые вы не могли ничем отстирать, персоль и кипяток. Вот кладете вещь, засыпаете персолью, наливаете кипятка, все. Отмоется все, отстирается все. Даже проведу эксперимент. У меня есть платье, которое Анька закакала в пюрешку, детскую пюрешку она ела, вот, которую Танюха не рискнула есть, не захотела, вот, и вот эта пюрешка отстирается и отстиралась вот этой вот персолью, точнее. Так, что еще? Средства для мытья посуды с облепихой. Обычно беру Фэри, но в последний раз, когда я брала Фэри Фикси, мне не очень понравилось. Была вообще не пенящаяся основа. Либо просто был уже бутылку разлит в коне, как это сказать, заканчивающаяся бочка, да, что не было такого сильного концентрата. Вот, решила взять АОС, и вот по запаху мне понравился. Плюс взяла облепиху, то, что он немножко бережет ручки, более нежный, более щадящий. Вот такой вот чокопаймы брали с клубникой. Что мне нравится в Фикси, 50 рублей, в отличие от магазинов. Есть множество вкусов: классический, шоколадный, банановый, клубничный, там супер шоколадный, еще что-то есть. Вот там один есть красный, это классический, потом есть красный с шоколадом какой-то, вот он, где внутри вот это вот, то есть он белый, как и классический, только внутри вот это суфлешка, она шоколадная. А есть полностью шоколадная, где вот бисквит, шоколад, и вот эта штука шоколадная, то есть вариаций миллион. Девчули обожают, мои я тоже люблю. Поэтому за 50 рублей вообще очень крутая, очень выгодная покупка в Фикси в плане из конфет. Дальше. Сами уже штуки они, девчонки, расстегали. Взяла себе вот такие вот две лампочки, два набора гирлянд. Это олени и звездочки. 150 сантиметров. Анька все хочет украсить елочку, но она решила, что она повесит себе их на кровать, когда будет Новый год. Вот. А одну повесит на картину, там тоже в спальне у себя, будет украшать себя. Вот. Еще хочу купить тоже гирлянду на окно, но это видела в светофоре, тоже надо будет как-нибудь зайти, я потом ее тоже покажу. И взяла себе попробовать вот такие вот две альгинантные маски. Одну зеленым чаем и цинков против воспалений, которая вот написано антибактериальное действие, подшушивает воспаление, успокаивает и матирует кожу. И вторую просто матирующую маску. Честно скажу, я еще ни разу не пробовала альгинантные маски. Вот взяла одну Шерри, вторую Мирине. Вот, попробую сегодня вот эту масочку, посмотрим, как она справится с воспалениями с моими, вот, и дальше уже скажу, действительно, они такие хорошие или нет, потому что слышала о них очень крутые отзывы, типа, то, что это самые крутые маски, лучше всяких тканевых и там и обычных масок, которые вот в тюбиках. Ну, не знаю, говорю, в чем прикол этой маски, то здесь нужно именно лежать спокойно, не двигаться, она именно вот такая вот плотно фиксирующая. У меня, как у мамы, редко бывает такое, что у меня есть прям, грубо говоря, полчаса времени, когда меня вообще не трогают. Поэтому вот эти маски, не знаю,
как-то я их долго обходила, но в этот раз решила взять и вот попробовать. Причем одна из них вот 99, а вот эта вторая, по-моему, на 77 даже рублей. То есть, ну, такая у них ценовая категория. И да, еще я взяла наборы гостиной и ванной для нашего домика. Их здесь нету, потому что мы их отвезли и столовую еще, да. Вот, но я их обязательно покажу как раз вместе с домиком. В ближайшее время мы туда поедем, вот, его надо доделывать, докрашивать, вот, и уже начинать выставлять в нем мебель. Мам, можно я даю фону поставлю? Да, конечно. И хопа. Танюша, ставь жучков. Танюша, ставь жучков. Тихо. Наоборот, ставь. Давай. Вон, бери удочку, лови. А мы пытаемся поменять новым. Ну, поменяйтесь. Зачем ты сделала? Что ты сделала? Это не я, он фан. Я поменялась. Молодец, давай, ловите. У меня лобовая. Да, у Танюши зеленая. Вот умнички мои, молодцы. Давай, Танюша, цепляй, лови еще. Лови еще зеленого. Поймала. А, Танюша фиолетового поймала твоего. Молодец, Танюш, лови. Лови зелененького, Танюша. Это мои фиолетовые. Танюш, лови зелененькую. Мам, сейчас капаю помаду. Давай, лови красную. Это нет! Ну пускай ставит. Какая разница, Анют? Ура! Аня победила!